Понеслась. Вторая часть урока. Вот эти нам уже не нужны. Я их просто отодвину. Ну ладно, пусть пока будут. Нет, короче, отодвину. И все вот это помещу на один слой. F8, Ctrl-B. Так, лишнее замыкаю, скрываю, лишние слои удаляю. Там один остался лишний, ладно, пусть будет. Скорпиона сюда, чуть ниже. Вот тут будет как бы его противник. Трансформ, горизонтал. Вот, понеслась. Ну, тут противник, естественно, там просто болванка будет. Заходим. Правой кнопкой распределить по слоям. Смотрим, что все нормально. Иногда бывает так, что когда там деталька передурдычивается. Вот делаем анимацию, просто стоит пока. Ну, просто дышит, стоит. Вот, F5. Даже еще F5. Ладно, там по обстоятельствам посмотрим. Правой кнопкой, Classic Twin. Центры вроде везде. Так, центры можно выставлять только на первом ключевом кадре, вот здесь. Потом их уже лучше не трогать. Сейчас перепроверю. Так, ну там. Все нормально. Чуть-чуть увеличимся. Вот, в конце делаем такие же ключевые кадры, чтобы получился цикл. Посередине делаем как бы еще ключевые кадры. F6 ключевые кадры. И теперь нашего чуть-чуть смещаем. Он у нас будет чуть-чуть как бы так назад отклоняться, чуть-чуть приседать. Временный центр сюда. Чуть-чуть наклоняться. Так. Так, блин, тут какая-то шишка. Чтобы вращать не вокруг центра, смотрите, если бы я так крутил, то вот так было. Если зажать Alt, он будет от дальнего угла, как бы, крутить. Сейчас поменяю. Так. Так, вот эта коленка должна быть выше. Вот, а, нет, там сильно залазит. Ну ладно, пусть будет там. Здесь не хватает докручивания. Смотрим. Ну, допустим, нормально. Эта штучка. Ногу чуть-чуть сюда. Так, штучка это ездит. Чуть-чуть левее. Допустим. Теперь как бы чуть-чуть попытаемся сделать разворот туловища как бы в ту сторону. Такой легенький. Так. Допустим, туловище чуть-чуть сужается. Фартук. Это за счет фартука как бы нам только можно показать. Как бы вот эта часть сюда идет, а вот эта часть, ну, сужается и как бы туда идет. Так, смотрим. Не особо похоже. Значит, эту еще ближе сюда, эту туда. Еще подсплющиваем. И еще вот так. И вот так. А ну. Так, но это не только за счет туловища, естественно, надо показывать. Так, это что-то вверх как-то. Ну.
Так, значит, раз он у нас туда разворачивается, значит, эта рука чуть-чуть углубляется. И чуть-чуть мы ее присогнем. Чуть-чуть. Это значит, чуть-чуть сюда выдвигается. Допустим, чуть-чуть выше. Чуть так. Чуть так. Чуть так. Шею, допустим, чуть-чуть сюда. Чуть-чуть вправо. Эх, блин. Чуть-чуть вправо. И голову. Чуть-чуть вот так. А ну. Ctrl-Enter. Что он у нас спасен просто тазом. Давайте сделаем такое небольшое вращательное кулаком. Так, чтобы оно как будто... Оба-на! Смотрите как. Кулак с рукой должны быть на самом верху, чтобы не было. Да. Так, чуть-чуть, смотрите. Это значит чуть-чуть вот так. Кулак как бы вот так. Смотрим. Раз. Теперь он сюда. Когда сильно быстро, он что-то им, когда вверх. А ну. Раз. Да. Значит, вот тут слишком много движения происходит. Чуть-чуть вернем. Чтоб примерно с одинаковой скоростью. Опять вверх кулачком слишком быстро. Вот так. Значит, тут вот чуть не вверх. О, уже больше похоже. Ага. И вот тем чуть-чуть сделаем, значит. Кулачком так. Так, смотрите, у нас идет движение сюда, значит, рука как бы. Как тряпочка, как бы чуть-чуть за ним, за рукой следует, как бы не успеваю. Раз, а здесь уже вот так. И здесь чуть-чуть вот так. Оп. Здесь чуть-чуть вот так. И значит копируем этот кадр сюда. Паста. И смотрим. Не, у него правая рука, но вот эта верхняя как бы лучше. Ну и то чуть-чуть скачок чувствуется. Ладно, давайте левую еще. Так, сейчас. Значит, этот чуть сильнее будем изгибать. Этот чуть сюда. Этот сильнее. Ну, раз. Потом как бы... Еще вот так. И... Теперь опять сюда копию. Паста. А ну. Вот, уже больше похоже. Но плохо, что он по одной оси. Надо еще, чтобы чуть-чуть вниз, вверх. Значит, вот тут будет чуть-чуть рука вверх, как бы он ее. Вверх. И тут вверх. Туда уже вниз пошел, значит тут чуть-чуть только вверх. А ну. Ага. Еще вот это вот видите, задняя штучка, тоже за счет нее можно показать, что он разворачивается. То есть, оп, когда туловище чуть-чуть туда поворачивается, то это будет чуть-чуть выходить. Так, выходить.
Знаете, что видно, что она не такой формы, как должна быть. Должна быть вот такой. Раз, раз, раз. И раз он туловище туда проворачивает, значит и таз чуть-чуть, значит и тряпочка чуть-чуть сюда. Так, тряпочку чуть-чуть зашевелим. Он сюда пошел, значит тряпочка чуть-чуть как бы догоняет. Догоняет, а тут уже как бы не успевает. И тут чуть-чуть сюда. Копи. Паста. Смотрим. Ну так, чуть-чуть. Сейчас. Надо было еще движение туловища сделать вот таким, как этот кулак, чтобы он сначала вниз, вверх, ну так как бы по кругу. Это уже сложновато будет учесть. Так. Ладно. Короче, допустим, нормально. Сейчас, еще раз посмотрим. А этого можно, знаете, что сделать? Черно-белыми. Так как это у нас муви-клип, вообще с муви-клипами редко работаем, но раз уж муви-клип, выберем фильтр Adjustment Color и сделаем ему, кстати, он минус 100. То есть черно-белый. Знаете, как этот Нотсейбор? Или как там его? Ну вот. В общем, у нас движение первое готово. И урок готов по этому движению.